Пинск принял турнир по вольной борьбе памяти Ивана Фролова. Юные спортсмены поборолись за награды на базе Полесского государственного университета. Межреспубликанский турнир памяти Ивана Ивановича Фролова проводится в 30-й раз. На данных соревнованиях присутствуют все представители Республики Беларусь, всех городов и областных центров, а также Украины и Молдовы. На данных соревнованиях в данный момент участвует 116 человек. Это подготовка к республиканским соревнованиям в спартакиаде школьников Республики Беларусь. Ну и есть первенство Республики Беларусь, отбор на Европу, на мир. То есть это ключевой момент. Все команды приезжают сильнейшим составом, чтобы проверить соперников своих, узнать противников. Поздравить участников с началом соревнований приехал тот, кто знает вкус побед. Александр Тихонов, 4-кратный олимпийский чемпион по биатлону, 11-кратный чемпион мира, выступил с напутственным словом. Белорусская школа борьбы, она исчисляется огромнейшими победами. Достаточно только одного, что в самом престижном весе медведь доказал всему миру, как сказал в тяжелом весе немец Дитрих. Пока медведь на ковре, мы можем не выходить. Вот дай бог, чтобы такой девиз у этой молодежи был всегда. Хочу быть первым. Среди участников четверть – уроженцы Пинщины. Они завоевали 11 наград из 44. 5 первых мест, 4 вторых, 2 награды за третье место.